Глава первая. Подойди ко мне! Прохрипел скрипучий старушечий голос и костлявая, морщинистая рука, приподнявшись на постели, потянулась вперед. Ее пальцы цепко обхватили ладонь рядом сидящего человека, словно она боялась не успеть предупредить о чем-то важном, что стоило сделать намного раньше. А сейчас у нее совсем не оставалось времени. Оно близилось к завершению, и женщина торопилась. Расскажи ему, он должен узнать правду. Жесткие пальцы продолжали крепко сжимать руку, а взгляд женщины пристально всматривался в самую душу, и последние слова, прозвучавшие из ее уст, были сказаны пугающим шепотом. Он все равно придет за ним. Резко открыв глаза, Костя подскочил на кровати. Голова буквально взрывалась от музыки, грохотавшей где-то неподалеку, и так не кстати ворвавшейся в его сознание. Того, кто включил ее в такую рань, ему немедленно захотелось придушить. И сонно повертев головой, выискивая источник звука, молодой человек осмотрел спальню. Не похоже, что было раннее утро. Огромное панорамное окно напротив, из которого открывался чудесный вид на Москву с высоты птичьего полета, ясно намекала на послеобеденное время. Повернув голову направо от себя, он заметил еще одни торчащие стопы из-под одеяла, кроме своих, но они были женскими, изящными и с накрашенными ноготками. Голова этой красотки, видимо, скрывалась где-то под одеялом. Костя нахмурился, вспоминая, чем закончился вчерашний вечер в клубе. Он был там с Максом, Потом они вроде бы встретили компанию длинноногих красоток и присоединились к ним. Дальше все, скорее всего, пошло по тому же сценарию, что и всегда. То есть одну из них он пригласил к себе домой. «Ну что ж, утро уже не кажется мне таким уж отвратительным», – подумал Костя, но навязчивое звучание громкогласного певца, надрывающего связки в тишине пентхауса, которого он уже начинал ненавидеть, все же безумно раздражало. «Погоди, вот найду откуда это». Его взгляд вдруг наткнулся на женскую головку, торчащую из-под одеяла по левую сторону от него. Растрепавшиеся темные волосы занимали большую часть подушки и почти закрывали лицо. Но под ними все равно угадывалась симпатичная мордашка с надутыми губами, мило посапывающая рядом. «А вот и голова», — усмехнулся Костя, окончательно проснувшись. «Так их было двое», Вспомнил, близняшки, а я все думал, что у меня в глазах двоится. Пожалуй, не стоит больше столько пить. Рассматривая свою находку, молодой человек определил, что звук исходит именно с ее стороны. Поэтому, аккуратно перегнувшись через край кровати, чтобы не задеть мирно спящую девушку, нащупал на полу до сих пор надрывающийся iPhone. Увидев имя звонящего на экране, Костя тяжело вздохнул и, выбравшись из постели, ушел подальше, чтобы не разбудить близняшек, на которых у него еще были сегодня планы. Обычно блестевшая чистотой кухни его апартаментов сейчас выглядела так, словно вчера тут устраивали настоящую вечеринку. Повсюду валялись бокалы и пустые бутылки из-под шампанского. Кто-то, кажется, уронил на пол тарелку с закусками, и теперь пол был усеян остатками еды и осколками посуды. Открыв холодильник, молодой человек неожиданно обнаружил там женские трусики. Я слушаю! Зевая протянул он в трубку телефона, зажав ее у самого уха и освободив руки для других дел, чтобы включить кофемашину и заодно скинуть со столешницы пустые бутылки в мусорный пакет. Константин Александрович, можно вас потревожить? — сказал подозрительно спокойный голос из трубки, предвещая начало серьезного разговора. «Макс, доброе утро!» «Какое к черту утро, Костян? Ты смотрел на часы?» — воскликнул голос, чуть не оглушив своего собеседника. «Еще нет», — устало вздохнул он, наливая себе чашку свежезаваренного кофе. «Только не кричи, у меня голова раскалывается. А что случилось?» «Ну как это что? А ты не помнишь?» У тебя на утро была назначена встреча с нотариусом. Разве? Задумчиво переспросил Костя и, покопавшись в памяти, заключил. Я не помню. Даже не сомневаюсь. После того, как мы отправились к тебе домой из клуба с девочками. А нас много было. Я нашел только двоих. А задаченно почесал подбородок молодой человек. Решив заодно, что пора бы побриться, а то щетина уже начинает царапаться. Да, у тебя две и у меня. Я со своими потом уехал. Но дело не в этом. Нотариус тебя не нашел и позвонил в офис, поэтому разговаривать с ним пришлось мне, как твоему заместителю. А, ну если так, спасибо, что выручил. Я сегодня не в состоянии куда-то ехать. О чем, собственно, был разговор? Он хотел сообщить тебе о смерти твоей бабушки из Саратова, кажется, если я правильно понял. Костя замер на мгновение. В эту секунду перед его глазами возник образ из его сна этой ночью. Он совсем позабыл о нем, когда проснулся. Ему снилась его бабушка, и она хотела поговорить с ним. Как же давно он ее не видел. А ведь раньше каждое лето проводил у нее в деревне до того несчастного случая. «Эй, ты меня слышишь?» Молодой человек очнулся от своих мыслей. «Да, я тут», я просто задумался. Мне очень жаль, я соболезную твоей утрате. Сам не знал, что придется передавать тебе плохие новости. Но что поделать? Грустно произнес друг. О моей матери сообщили? Да, тут такое дело. В общем, это случилось не только что. В каком смысле? Не понял Костя. Ты был вне зоны доступа пару недель, когда летал на Мальдивы, и вернулся только вчера, Поэтому родители не стали тебе ничего говорить и уже провели похороны. Это рассказал мне нотариус. Что? Но почему мне никто ничего не сказал? Костя смотрел на остывшую чашку кофе перед собой и ощущал гнетущее бессилие. Словно потерял что-то очень важное и любимое, о чем прежде совсем позабыл. «А зачем тогда нотариус искал меня, если все уже сделано?» «О, он хотел обсудить с тобой наследство», «Какое наследство?» – удивился Костя. «Этого я не знаю. Хочешь, я пришлю тебе его номер, и ты сам все выяснишь?» «Да, давай, спасибо». Друзья попрощались, и Макс, как и обещал, скинул ему контакты. Набрав нужный номер, Костя дозвонился до абонента и, представившись, попросил объяснить подробнее суть вопроса. Пожилой мужской голос на том конце телефона произнес – да, все верно. Ваша двоюродная бабушка Антонина Ивановна Ерофеева оставила вам наследство. А вы уверены, что мне, а не моей матери? Она же ближайшая родственница. В завещании нет других наследников по линии родственников, и свою племянницу она не упоминала. Тут написано только о ее внуке по имени Константин Александрович Решетов. Это же вы, правильно? Да, я. «Ну, тогда никакой ошибки. Видимо, вы были единственным и любимым внуком, потому как ваша бабушка никогда не была замужем и детей не имела. А вот она и отписала на вас половину своего дома, в котором жила, вместе с участком в деревне Топки Овраг, недалеко от Саратова», — невозмутимо подтвердил мужской голос. «Вы знаете, где это?» «Знаю, я там бывал раньше», «Но погодите, а почему только половину?» – недоумевал Костя такому странному наследству. «Потому что вторую половину получает ее сиделка, которая ухаживала за ней последний год перед смертью». «Что?» – воскликнул Костя. «Какая сиделка?» «Извините, но я не могу с вами обсуждать других наследников. Это конфиденциальная информация. В завещании указаны только вы двое, Поэтому теперь вы вместе владеете собственностью госпожи Ерофеевой на равных правах. Госпожа Милованова уже получила свою часть наследства, потому что была извещена ранее, а до вас я смог дозвониться только сегодня. Но Костя уже не слушал. Сейчас его мучил другой вопрос, резко занявший все его мысли. Кто такая эта сиделка? Местная медсестра или такая же престарелая соседка? А что, если беззащитную старушку все это время могли обхаживать мошенники, чтобы отобрать ее фамильный дом? Ей могли угрожать и силой заставить написать завещание, чтобы отписать половину дома себе. Хм, а почему тогда не весь? Странно. В этом надо разобраться, и если дело не чисто, клянусь, я от этой сиделки мокрого места не оставлю. Спасибо за информацию. Я заеду к вам за документами, как буду в Саратове. Твердо ответил он на прощание нотариусу. И нахмурившись, завершил звонок. Из спальни послышались мурлычущие женские голоса уже проснувшихся близняшек. Костя, а ты к нам вернешься? А то мы заждались. Девушки хихикали и перешептывались между собой, предвкушая повторение ночных развлечений. Молодой человек устало вздохнул. Теперь ему было совсем не до этого. В голове крутились иные мысли, да и похмелье не давало возможности сосредоточиться. Поэтому он решил, что своих загостившихся подруг ему лучше отправить домой. Снова вернувшись в спальню и подойдя к своей огромной кровати, на которой его терпеливо ожидали две обнаженные красавицы, он вежливо начал. Девочки, я думаю, вам пора дам... Но договорить не успел, так как одна из них что-то весело щебеча сразу потащила его в постель, уронив на спину, а вторая тут же оседлала, не давая возможности выбраться. «Ладно, сдаюсь». В итоге смирился молодой человек и, плотоядно улыбнувшись, реализовал то, о чем думал, как только проснулся.